вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить очень вкусный салатик баклажанчик. Ну что ж, давайте же посмотрим, что нам для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить салат баклажанчик, мне понадобится 3 баклажана, 4 средних помидора, 2 болгарских перца, 2 головки средних репчатого лука, 1 небольшой пучок свежей петрушки, подсолнечное рафинированное масло и соль по вкусу. Ну что ж, приступаем! Для начала из баклажанов нужно срезать хвостики и нарезать их кольцами толщиной приблизительно 0,5 сантиметра. Нарезанные баклажаны нужно немножко посолить. Перемешаем ложкой и оставляем в таком вот виде на минут 20. Это мы делаем для того, чтобы убрать горечь. 20 минут прошло, будем обжаривать баклажаны. Жарить их буду на хорошо разогретой сковороде на подсолнечном рафинированном масле. Баклажаны мы ни в чем панировать не будем. Вот так вот выкладываем их на сковороду и будем обжаривать с двух сторон до золотистого цвета. Баклажаны с одной стороны уже обжарила, переворачиваю их и точно так же буду обжаривать и с другой стороны. Первая партия баклажан готова. Снимаю их и выкладываю на тарелочку, которую застелила обычным белым листиком. Или вы можете воспользоваться бумажным полотенцем. Это я делаю для того, чтобы убрать лишний жир. И таким вот образом я обжарю все остальные баклажаны. Все баклажаны обжарила, оставляя их до полного остывания. Подготовим остальные ингредиенты. Я взяла болгарский перец, я его разрезала на 2 части, удалила семечки. Болгарский перец нужно нарезать тонкими полукольцами. Измельченный болгарский перец высыпала в миску, далее репчатый лук. Его нужно также измельчить тонкими полукольцами. Измельченный лук высыпала к общей массе. Подготовим помидоры. Помидор нужно разрезать на 2 части, вырезать ножку. И помидор также нужно нарезать тонкими полукольцами. Измельченные помидоры высыпала к остальным ингредиентам. Сюда же добавляем баклажаны, которые мы с вами заранее подготовили и которые уже полностью остыли. Добавляем соль по вкусу и подсолнечное рафинированное масло. И все хорошенько перемешиваем. У нас еще осталась свежая петрушечка. Ее нужно не сильно мелко измельчить. Петрушку высыпаем в салат и снова все перемешиваем. Вот так вот мы с вами легко и просто приготовили очень вкусный салат-баклажанчик. А я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!